Здравствуйте, мальчики и девочки! Кар-кар-кар! Сегодня мы отмечаем 14 февраля с полным для того размахом. Отмечаем, отменяем геймни из-за проблем с роутерами. Пытаемся в третий раз открыть одну маленькую, не поддающуюся к открытию дрянь. Какие-то такие дела. Так. Сейчас я постараюсь все это наладить. Да, мы сегодня открываем одно замечательное действие под именем Lost. Если вы знаете такого персонажа, то вам очень повезло. Сейчас я попытаюсь... Во! 720. Ради вас я сделал 720 пробирки, чтобы все это работало, чтобы ничего не висело, не лагало. И, собственно говоря, надеюсь, что сегодня у нас все пройдет удачно, потому что это третий, блин, это уже третий, извините, подряд... ну, не подряд, но уже третья попытка открыть у нас полуоста. Так, что тут? О, все нормально. Ну так вот. Кто там дакает? Кто там дакает? Кому дакает руку оторвать? Напомним, что чтобы открыть замечательного персонажа под именем Lost, необходимо следующее. Необходимо четырьмя персонажами бить в определенные порядке. В принципе, есть два варианта этого дела сделать. Первый — это находить так называемый брелок, по-моему, missing poster, везде, и умирает с этим брелком в одной определенной комнате, и тогда откроется кусок пазла. Если расшифровать весь этот пазл, можно было узнать об этом персонаже и что он себе представляет, как его открыть. Ох. И, собственно говоря, у нас вот такие же. И некоторые энтузиасты, которые так и сделали, и без проблем все это сделали, выложили, они расшифровали этот пазл таким образом. За Айзека необходимо умереть от Бомбермена, от Плаксы Камикадзе на уровень Бейзмонте. За Магдалину умереть от собственной бомбы на уровне Кейвс Кэтакомбс. И за Иуду умереть от ноги руки мамки на стен на уровне Дефов. Так. Вот такие дела. И в-четвертых, за Азазеля необходимо умереть от сатаны на уровне Шоула. Вот это самое сложное, наверное, испытание будет сегодня. Если оно удастся, то все будет зашибись. Ну а тем временем мы откроем поиск. Что я делал? Боже, какой кошмар. Мада. Мада. Слов никаких нет. Ну, сейчас мы быстренько мы все, что надо, сделаем. Привет, привет, здравствуйте, здравствуйте, привет, до свидания. Мада, какой красавчик. Ведь за Айзека не надо не просто так проходить, а с помощью специальных сидов. Вот и он, пожалуйста. Первый сид за языком будет именно таким. Так, по-моему, сначала необходимо здесь слиться немножко. Раз, два, три, четыре. Я хоть посмотрю, что он тут может предлагать. Во. Нет, спасибо. Боже мой, какая кошмар. Итак, Боб Скёрс. Напомню, сейчас задача, нам необходимо найти Плаксу Камикадзе и от него сдохнуть. То есть, найти на Камикадзе своего Камикадзе. Ой, ёперный гараж, я, кажется, перепутал маленько. Ну ничего, сейчас пойдем по харду. По веселью.
Где-то он здесь должен быть. Эй, камикадзе, ау. Ну, если не здесь, то очевидно, что он будет где-нибудь тут. Да. Первый пункт исполнен. Мы сдохли от плаксы камикадзе. Это первый пункт нашего действия. Следующее. За Магду необходимо умереть от собственной бомбы на уровне Киевской атакомс. Пожалуйста. Ставляем замечательный сид. Вперед. Явно ясно. Фатус. Ковнетус. Так. За это время я надеюсь, что я спокойно научился управлять всем этим делом. Паралайзис. Это нам еще пригодится. Ну, взрывайся, отлично. Так. Жалко, что дамаж все равно дерьмовый немножко. Ну ничего, то у нас будет собственная бомба, потом, мы сдохнем. Этим фетусы хорош. Так. Так, туда идти не хочу пока что. Мда, зато суперласт. Зашибись. Три, раз, два, три, жопу ластом подотри. Вот и все, собственно говоря, пока что. Феромоны. Замечательно, превосходно. Прелестно. Может быть, здесь будет суперсекрет кто-то? Нет, не тут. Ладно, продолжим. Кому там мешает собственные ноги и что там? Сейчас всех накормим бомбами дальше. Ну, давай. Мелок, мелок, мелок. Дойдем за звонок. Вечерний звонок. Да, кстати, если кто не знает, почему именно сегодня ТГ идет, а не чего-то еще, скажу так. О. Ну, мы в следующей комнате найдем квартер, если что. Эй. Вот он. Поэтому в этом проблем никаких не будет. Вот квартер. Нашли мы его. Сейчас где-нибудь тут нет. И тут нет. Прилез. И вот теперь мы можем спокойно все, что хотите, идти и купить. Я, наверное, куплю вот это. И вот это пригодится. И вот это тоже. Потому что до Киевов еще, извините, далеко. Так, это тоже пригодится. Так, фетусы проходите? Нет, не фетусы проходим, а одну замечательную штуку. Возможно, ты это уже и видел такой, и не один раз. Боже мой, Стивен, что? Привет, Стивен. Я тебя тут не ожидал увидеть. Фетус, 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 фетус. Привет.
Смотришь. Аккуратно. Берем это, берем это, берем это. Берем это, берем вот это. Идем нафиг. Фух. Ну, а теперь можно спокойно зайти сюда, найти то ли пакт, то ли что это, я не совсем помню. А, вот эта фигня, по-моему, дает дабл трабл. Ой-ой, очень хороший шанс на дабл трабл. А это, извините, фигняс. Ух ты ж, ядрить. Дабл-трабл, говно. И вот этот говно тоже. Потому что его фиг не убьешь. Кандалы. Спасибо. Вы мне так любезны. Эти кандалы мне так идут. Короче, нет, спасибо. Еще раз. Бомба. И две бомбы еще. На куче. О, прекрасно. Я и забыл, что тут есть что-то такое. Да, это, пожалуй, нужнее. В данный момент. Немножко лагают вот эти вот штуки. Ничего. Привет, пока. Ничего нет, пусто. Выросла капуста. О, ошибись. Ключик. Ну и теперь можно в сокровищницу попасть заодно. Ты что, мы никуда не торопимся? Что есть, то есть. О! Конечность. Даже ключ с командой. Ну и хорош. Действительно. Пора искать суперсекретку, которая, возможно, где-то тут. Не здесь. Вот тут. Например. Да, вот она. Рейдждаун. Терсдаун. Опять терсдаун. Опять рейдждаун. И феромоны. Зашибись. Веселье какое. Ну и теперь гоняемся с фаунтом. Куда уж без него, называется. Жесть, с таким дамажем. Какие-то дыры мне хаунт. Ну чё? Так, давай, 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 давай. Фу. Недурно. С помадой. Другого мы продолжаем дальше.
Curse of Darkness. Если бы не наша благородная миссия, то я бы с удовольствием, большим удовольствием все это прошел. Но миссия есть миссия. Магдалина от бомбы. Итак, следующий номер нашей программы. Иуда. Вот он. Вот он сид. Иуда. Да, мы должны дойти до мамки. Во как. Но этот сид, как вы помните, очень хороший. Я на это надеюсь. Вначале нам надо бы как бы как-то лыс. Есть такое. И тут Полифемус. Полифемусом интереснее. Ту-дон-дон-дон-дон. Ты-дон-дон. И дандоны, и дандон, все мы дандоны. Ну и, ну... Да. Фу, все, отлично. Классно, блин, не достать до него. Да... Так, это не совсем... Не совсем то, что я, что я рассчитывал. Ай-яй-яй. Тихо. Изыдим. Фу. Фух. Дальше. Фу. На этот раз мы можем в... Может быть, мы найдем на синюю... Это? Что мы добиваемся? Ну, во-первых, кстати говоря, если бы вы посмотрели на превьюшку, которая у нас висела... К этому ко всему, можно было бы немножечко догадаться, что мы сегодня будем проходить. А сегодня мы будем открывать одного замечательного или незамечательного персонажа по имени Lost. Как открывать Lost, вы все знаете. Так. Халса. Вот. Всем здрасте, ты всем привет. Пдыщ. Наладил ты там свой роутер? Все, что-то хотел, к сожалению, вот сегодня вот по техническим причинам я вот вместо свина. Слушайте, мои, какая красота, Локис Хорнс. Так, ну, подай, давай. Ой, это радует, что починил Иннет, это просто зашибись. Потому что свин без Иннета это... Уэээ! Да... Виктор, что ли? Фу. Фу таким быть. Чё мы вновь можем купить на 4? Да нихрена! А впрочем, мне и самому ничего не нужно, вот и так, ништяки всякие. Падают. Мне надо было попозже зайти. Ладно уж, всякое бывает. Мда. Очень весело. Нет, в сидах нет пожертвований. В магазинах. Сиды на то и сиды. Ну ясен ты, что и нет. Я так и прочитал вообще-то. Так, что нам приготовил дьявол? Чего это? Да вы с ума сошли. Мне вы не интересно. Мада. Не хватало только просрать здесь.
наилучшим. Денег немало, времени достаточно, с Полифемусом еще того. Можно что-нибудь поискать интересненькое. Типа, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так, по-моему, внизу будет секретка. Вот тут. Если нет, ах. О, вот и она. Еще грибочки. Так. Ну, пожалуй, вот это вот я. Спасибо, что я нашел. Но расковыривать грибы без ближайшего оборудования это небезопасно, как вы знаете. Как и их употреблять. Поэтому продолжаю. Так, сюда не хочу пока заходить. А сюда можно и зайти. Дальше. Ух ты ж. Каков Полифемус, а? Ну, идем сюда, пташечка моя. Дальше идем. Фу. Фу, муха, брысь. И тут муха, и там муха, обалдеть. Фу, и на меня напала муха. Мешочек с центами. Вовремя я его подобрал, но так как это сид, он мне не засчитается. Ацац. Но пригодится, может быть. Не знаю. Возможно, пригодится. А монеты мне сейчас нужны тем временем. Для благородной цели. Да. Фестиваль Викторов Ивановича я не заказывал. Извините. Монетка. Магазинчик. Что нужно, чтобы зайти в магазин? Что мы покупаем правильно? Вот это. Ну не белялы же мне покупать в конце концов. Да. Мада, оригиналы. Отлично, остатап. О. И щит. У ангела нет, взрывать я его не буду, я мне он не нужен, как и мега сатана в том числе. Так, мне все зашибись, могу дальше идти. Чосовый блинт. Идем дальше. Вот чё это? I found pills. Ясно. Спасибо. На добром слове. Полифем, Полифем начинает рассказ. Раз. О, грид. Кто там грида вызывал? Это третий этап просто. Это третий этап просто. После него наступает самый сложный четвертый. Потому что если здесь мы можем подгадать какую-то имбу, то там возможно, что и нет. Так. Теперь сюда.
Букву С. Мада. Спасибо, это говно я не хочу более поднимать. Так, что сверху? А ничего. Кстати говоря, если кто слышал, не видел, то... Аллилуйя. Мада. Если кто слышал, видел, я не знаю. Макмиллен обещал уже в этом году новый DLC на по языку, который будет называться коду названием Afterbirth. То есть тут будет много... Стоит. Тут будет очень много новых айтемов, новых боссов. Будет над чем поработать, так скажем. По-моему, до 100 новых, до 100 плюс новых предметов. Боже мой, мне Димку выбили. Это блиточку от Рафорта. По-моему, это блиточка от Рафорта, это фигня какая-то. Неинтересно. Мне неинтересно. Вот, я предвкушаю уже каких-то новых боссов, которые взвели, и даже, может быть, пообещали... Да, этому можно сбрасывать, если кто-то... Я не вижу, чиники тут не спрашивают об этом деле. Ну, видимо, Олегович, да, сбрасывать можно. О, великий контр. О, великий контр позволяет это делать. Клеща нельзя. Ну, клещ он на той клещ. Отлично. Это, видимо, все, и все из-за роутера того самого. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, милок. Теперь ты вещи лагать будет. Так, ну-ка, давайте мне мой... Это чё? Телепилс. Браво. А, ну там мы были. Ну и всё. Чё нам тут делать? Георгий, привет. Какой-то Герди пассивный сегодня. Только выпускает всякое дерьмо. А сам ничего не придется. Спидбол. Ой, какие мы няшки. Иуда няшка. Скальд Херт, господи. Ядрить. И, по-моему, мы еще потом Бладиласт найдем. И будет вообще, будет больше себя посылать. В Некрополисе будет уже совсем другая история называется. Ой, боже мой, Secret Heart же она это. С функцией. Нет, спасибо. Она же, по-моему, там с функцией какой-то там. Самонаведение. Обалдеть. Будет настолько классно, что даже будет жалко сливать. Но ничего не поделаешь. Сливаться-то надо. Сливаться надо, господа. Умываться, одеваться по утрам, вечерам. Сливаться тоже надо. Так, эту пилюлю я не буду брать. Она хрен знает, чего это там нам предлагают. Так, экспедиционисты, привет. И пока. Идем дальше. В
глубины космоса. Кстати, все-таки до сих пор маячит перед... А давайте возьмем ради хохмы. Браво. Маячит перед нами призрак, но не этот, немножко другой. Или призрак коммунизма о том, что наши вузы будут расформировать. К сожалению, и делать из них какой-то объединенный вуз имени Королева. Это полный фейфпалм, извините, Андрей Петухов, извините, цензора нашего канала. Да, я совсем уж четкий, не надо. Хпап. И я забыл еще зайти в сокровищницу. Но это поправимо. Тут Diamonds. Работает. А вот теперь прикол, из-за этого я не могу, у меня нет ключей. Дайте ключи, сволочи. Фейсап. Не полный фейсап какой-то. Или фейфпалм. Не знаю. А, вот где мне могут дать ключи. Привет. Дай мне ключи. Спасибо. Идем дальше. Так это еще мы на босс раш успеваем. Владиласт. Господи, как мы выглядим? Отвратительно. Походу выглядим совершенно отвратительно. Ну, а на чем мы претендуем? Не на конкурс же красоты. Сейчас слово с такими цитатами. Поехали. Вырубаем. Ну и напоминаем, что очень скоро, совсем скоро вас ждет Мафия третий выпуск. Во. И он получился очень зашибенным. Вы знаете ли. Straight. Go straight ahead. Нет, ключей у меня нет, извините. Это даже не слишком заманчиво для меня. Так, говно, мама, ты не собираюсь тут убирать. Дальше. Вперед, ну, шо это такое? Ежиды. О, клещ. Вот он. Кто заказывал клеща, называется? Я уж не знаю, мне сейчас на экране не видно. Дайте несколько ключиков, особенно тот товарищ. Дай что-нибудь. Спасибо. World. Еще холсак. Интересно.
Ну и Библия. Это куча. Спасибо. У нас домашний многоквартирный дом какой-то. Боже мой. Какой кошмар. А если мы еще строить сделаем? Ну и все. Фиг с тобой. Фиг с Библией. Мы продолжаем КВН. Charm of Enter. Владеть, даже слеза такого диаметра не может убить какашку. Вообще. Надо было подойти к стылу, конечно. Ну ладно. Что есть, то есть. Я со своим пламенем против чужого пламени. Здрасте. До свидания. Привет. Ой. Чё-то как-то я не особо подумал, честно говоря. А сок отнимает мамка. Ну, пускай. Да. Получилось. Фуф, 3 этапа пройдено. И теперь самый сложный этап, который... И дался нам дважды подряд. Один раз в школе, другой раз в тройке. Это Азазашник. И сейчас может произойти все, что угодно. Это все уже не регламентировано никем. Поэтому по максимуму до Шиола необходимо держать здоровье на весу. В эфире была рубрика «Как хорошо быть Азазелем». Эпикор, браво. Чем мы там увеличили себе? О, мы увеличили статапы. Что интересно. Как прям таки зашибись. Не кажется ли, мы даже увеличили немножко кое-чего? Small Rock. Ой, какашка, спасибо. Спасибо говну за это. Посмотрим. Начало неплохое. Еще два сердца. Пока поедем дальше. Туда не пойду. А сюда могу заглянуть. Да, вот за этим. Пускать не хочу. Привет. Как-то быстро, но ничего, хорошо, потому что все основное еще впереди. Нам же еще мафию надо догнать. Так, 6 лет. Было бы круто, если бы я смог сейчас этот. Прикрыть свой же рекорд, который
точнее Basement Boy, я, напомню, получил за Азазашника. Правда, не когда мы открывали лоста, а когда-то давненько. Да вы издеваетесь. Вот что мне делать. По-моему, Брим здесь мне... Мне вот с Азазашником Бримом... Да, я вот тоже думаю, что мне лучше оставить это. Жалко, сриролить нельзя. Но ничего, ладно уж. И без этого обойдемся. Фух, так. Так, здесь не может быть. Поэтому идем сюда. Раз. Два. Ой, тяжело будет. Так. Куда теперь? Туда. Ух ты ж. Опять комната Азазеля. Прям Азазельная комната. Этой серии оно ж так не может. Два ключа, два ключа, посередине гвоздик. Ну, 8 монет нельзя особо ничего купить, поэтому идем дальше. Пин. Так. Да блин, не получилось бейсбол. Ну, а то получилось очень быстро. Все сделать. Люкэп. И мне предлагают взять гвоздь. Хочу понять, что делает гвоздь. Знаете, может же и... Если он дает синие сердца, вроде бы, то я бы его взял. Тем более... Почему бы я его взял? Потому что он у меня остается до платинум Г. Нейл. Нет, комок говно. Я тебе сразу скажу, что говно. А вот гвоздь это хорошо. Еще плюс одна... Плюс одна... достижение к... У меня будем лучше. Азаца. Без контейнеров плохо, но это... Это же Азазель. Так, не получилось Basement Boy. Будем... Другого боя включать. Тоже для кейвов. Да ну нафиг, не хочу. Ни лучше, ни хуже. Меня от этой. И сюда не особо. А вот это я возьму. Ага-ха. Так. Куда податься? Он сюда. Вот сейчас мы проверим, что там за дверь. Мне тратить два ключа на это дело мне неинтересно. Спасибо. Место полета может предложить какое-нибудь говно. Меня сейчас все устраивает. Идите нафиг. Тем более, сейчас я возьму... О!
Тем более, я сейчас возьму синее сердце. Ну и чё? И чё? Ну, дальше. 55. Московское время 19:55. Мы продолжаем бороться за наш главный приз. Здесь. Сегодня чаепитие будет? Нет, сегодня в 8 вечера. Смотрите премьеру «Мафии», третий выпуск. Но если вдруг после «Мафии» еще продолжится что-то в арцах, то чаепитие мы вам устроим. Во. Че гвоздь дает? За полсердца камни кушать? Он гвоздь дает плюс одно синее сердце, вот это вот. Или серое, или синее. Ну, плюс одно синее сердце и камни крушить. Плюс, а не минус. Вот в чем вопрос. Плюс, а не минус. Вот в чем вопрос. Так. Сейчас надо аккуратно. Так, тихо добавиться. Твари. Тихо. Короткий. Нет, спасибо. Писька ушла. Спасибо большое за это. Так. Ну все. Идем дальше. Время есть. Есть мыльно. Идем дальше. Катакомбы вторые. Я иду вот сюда. Давай. Дам вперед. Вот. Хотите вперед. Ой, ты ж. Так, ну пока что мы на спеланкер бой идем. Посмотрим, что получится. Мне главное шоул бой получить потом. Да, уже не идем. Пиявка. Тут, понимаете ли, главное немного другое. Европейские ценности. А, слот будет в 11? Ну, тогда в 9 часов будет. По расписанию. По крайней мере, если так действительно, то мы всегда готовы нам, собственно, сюда проблемы не доставить. Фу, муха. Ты здесь хотя бы мне. Ну дайте ну, монету, жиды. Ну да. А кстати. Да еще туда 4 монеты. Это лучше будет. Ну, пошли. А мой, блин, лучше твоего. Так. Воу. А теперь, господа, вас ждет очень интересное дело. Дело в том, что мы действительно запланировали на 8 часов «Мафию», премьеру, и она сейчас будет, господа. Такие дела. Я же попробую сделать нечто интересное из этого дела. Иногда при каких-то очень эпичных моментах я буду выводить часть, на часть маленькую часть экрана, что там происходит,
отдельные моменты, потому что я буду продолжать это дело. Во времена, когда вы будете смотреть «Мафию», я буду продолжать штурмовать Лоста. И какие-то самые яркие моменты в уголочке вы увидите. Го «Мафию» в 2030. Это спрашивайте автора. Если автор хочет «Мафию 8», «Мафия» будет. Так и будет 8. Если зрителям, заказчикам нужна «Мафия» в 8.30, пожалуйста. Мы открыты для всех предложений. По крайней мере. Что скажете? Мне так, в принципе, все как есть. Всем пах. Да, конечно. А потом, почему не врубили? Скажем так, там будет очень интересно. И я буду обещать, сейчас я как раз попробую настроить так, чтобы вам было видно иногда, что происходит. Например, битва с боссами или что-то мы там нашли в сокровищнице. Вот так вот давайте. Я пока буду настраивать. Вот. Но оповещать вас оповещать вас буду. Уходим. И последний раз вы увидите эту всегда в руке. Посмотрим, надеюсь, что так получится. Здравствуйте, я Лестанков Артём. Японские школьники, играя в мафию, готовятся к роли будущих присяжных заседателей. Какой опыт из сегодняшней игры вынесут наши участники? Так давайте прямо сейчас и узнаем в эфире интернет-канала SLS. Вот участники нашей сегодняшней игры. Владимир Шевяков, ведущий ток-шоу «Большая стирка» на интернет-канале «Лампочка ТВ». Когда шел по Москве, то встретил своего кумира Валдиса Пельша. Анвар Насрединов, музыкант, играет на виолончели, участвовал в юношеском музыкальном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского. Рамиль Гайнули, профессиональный пиздельник и безработный по образованию, учитель географии, разводит Пафнутьев и Селипупок. Илья Свизиров, снимает сериалы с 12 лет и имеет свой собственный интернет-канал. Очень любит прямые эфиры. Нет, даже не так. Он их обожает. Алина Алиева, летсплейщица. Любит котов, собак и лис. Иннокентий Беляев, радиоинженер и генеральный директор интернет-канала SLS. Пришел на интернет-телевидение благодаря переодеванию Андрея Петухова бабуську. Федор Кусков, ведущий, в 2011 году вещал новости на ныне закрытом сервисе ЯТВ. В этой виртуальной студии собралось семеро отважных игроков. Некоторые из них знакомы, некоторые видят друг друга в первый раз. Но в течение ближайших 30-40 минут даже самые близкие друзья могут оказаться по разные стороны баррикад. Когда мы перейдем в игровую комнату, вы своими руками
вытяните карту, которая и решит, на какой стороне окажетесь вы, уважаемые участники. Те двоим из вас, кому достанется карта мафиози, в том числе одна карта Дона, предстоит образовать синдикат. Они будут знать друг друга и действовать консолидированно. А тем, кому достанется карта мирного жителя, в том числе и одна карта шерифа, предстоит включить всю свою наблюдательность, чтобы уничтожить преступную группировку, и рассчитывать им придется только на себя. Запомните, мирные жители, вы можете победить только в том случае, если вам удастся вычислить всех мафиози. Давайте поближе познакомимся с игроками. Как вы все видите, наши сегодняшние игроки ни разу не играли в нашей онлайн-версии. Так что можем даже за это похлопать. Ладно, давайте познакомимся с каждым из игроков. И давайте мы начнем с человека по имени Владимир Живяков. Или я не знаю, как там правильно. Владимир, добрый вечер. Здрасте. Правильно я произнес, кстати? А как правильно? Живяков на оп от ударения. Спасибо, учту, Живяков. Ведущий ток-шоу «Большая стирка» на интернет-канале ЛТВ. Уважаемые игроки, это как-то мне что-то напоминает. Расскажите, Владимир, что это за такое ток-шоу? Что, с Малаховым не смотрели? Ну, когда это была «Большая стирка»? Ну, мне было 5 лет, мало что помню. И что вы там обсуждаете? Различные темы. Ну, например, какую тему мы обсуждали в последний раз? Как мы породили РТС Александра Стоянова против течения? А, Александр Стоянов, кстати, самая проблемная личность мафии. Он должен был играть во второй игре, но из-за одной личности он попросту слился. В качестве интересного факта ты указал то, что когда ты шел по Москве, ты встретил своего кумира Валдиша Пельщика. Когда же ты понял, когда этот был тот момент времени, когда ты понял, все, Пельщ это мой кумир? С детства смотрю. С детства смотришь, угадай мелодию? Угу. Ну ладно, вопрос стандартный, который буду задавать всем игрокам. А поскольку у нас сегодня все игроки впервые играют именно в нашей версии. Играл ли ты раньше в мафию? Неважно, реально или виртуально. Да, играл. И каковы успехи? Фактически выигрывал. То есть уже можем сразу сказать, кто у нас будет сегодня один из победителей. Окей. Ну что ж, Владимир, желаю удачи в сегодняшней игре. Спасибо. Ну что ж, наш следующий игрок — это Анвар Насрединов. Анвар, добрый вечер. Добрый. Музыкант, играет на виолончели. А с какого возраста ты играешь? Я начал в 5 или 6 лет, насколько помню. Неплохо. А сейчас тебе сколько лет? 15. 9 лет уже играет на виолончели. Участвовал в юношеском конкурсе музыкантов имени Петра Ильича Чайковского. Когда это было и каковы в итоге результаты? Летом. Летом. И как ты выступил? Самое удивительное то, что обмотка на струне порвалась на первом туре. И ты на первом туре вылетел? Ну да, к сожалению. Печальная судьба. Играл ли раньше мафию? В школе, да, играл, но всем было на меня пофигу, и никто меня не валил. И так ты выигрывал? Ну, когда как. Ну что ж, посмотрим, будет ли сегодня игрока на тебя, как говорится, доплевать, и не порвется ли твоя струна удачи уже на первом же этапе. Это да. Спасибо, Анва. Следующего игрока... Я так понимаю, что узнают многие, особенно те, кто связан с интернет-каналом Микс. Я, конечно, говорю про Рамиля Гайнуллина. Рамиль, добрый вечер. Ой, здрасте. Здравствуйте, Рамиль. Профессиональный пиздельник и безработный, но по образованию учитель географии. Где вообще живете? Первый вопрос.
Живу я в Микс-КЗН. Микс-КЗН. Казань. Что, в Казани так плохо, так хорошо сочетать в географии, что для вас не нашлось места? Вообще-то да. Да. А с какого момента, ну... А как вы вообще пришли к тому, что вот я буду именно учителем географии? Ну, я с детства хотел быть одна из моих профессий, кем я хотел стать, была учителем. Но я сомневался, учителем чего? У меня был широкий выбор, кроме точных наук. По всем остальным я, в принципе, хотел стать учителем. Но решил выбрать географию, потому что мне надо сдавать математику при поступлении. Вот и все. Окей, в качестве интересного факта вы сказали, что вы разводите Пафнутьев из Синепупок. Что да, это такое? Есть такое увлечение, это такие плюшевые звери, которых у меня очень много. Ну, Пафнутьев он один, а вот Синепупок у меня много. Да, это основные. Плюс есть еще резервные. Понятно. Раньше в мафию играли? Я играл в мафию раза два или три в жизни, когда я ехал на междугороднем автобусе вожатым и вез детей в лагерь, вот тогда я играл в мафию. Они меня научили. Но я забыл, как это делать. А успехи вас убивали сразу или доходили до конца? Было так, что доходил до конца. Ну что, желаю вам дойти сегодня до конца. Надеюсь, что победного. Спасибо. Ну что ж, перейдем к нашему следующему игроку. Это Ильяс Визиров. Ильяс, добрый вечер. Добрый вечер. Снимает сериалы с 12 лет и имеет свой интернет-канал. Ну, начну, пожалуй, с сериалов. А какие именно сериалы вы снимаете? Ну, смешные сериалы снимаем. Ну, например, жанры какие-нибудь. Какого жанра? Комедии, мелодрамы? Что? Комедии есть. Много комедий у нас очень. А вот что за интернет-канал такой? Поподробнее не можешь объяснить? Вольстарт ТВ. Мой интернет-канал, на котором я и показываю свои сериалы. Очень любишь, не, даже обожаешь прямые эфиры. А почему? Вот почему ну, прямо прямые эфиры? Потому что в прямом эфире можно обсуждать различные темы с гостями, например, вот. Понятно. Играл ли раньше мафию? Да, играл. И каковы твои успехи? Ну, иногда выигрывал, иногда проигрывал. Ну что ж, посмотрим, как у тебя с мафией сложится сегодня. Илья, спасибо. Ну что ж, впервые за три игры у нас участвует представительница прекрасного пола. Поприветствую нашего следующего игрока. Это Алина Алиева. Алина, добрый вечер. Здравствуйте. Летсплейщица. А сколько времени ты уже занимаешься летсплеями? Не закрывайте, пожалуйста, лицо. Не, ну, конечно, нет. 2000. С конца 2012 года у меня очень плохо получалось, поэтому сейчас я на данный момент пока не выпускаю летсплей, но я хочу начать снимать летсплей по Five Nights at Freddy's. Любишь котов, собак и, внимание, любит лис. Ну, понятно, коты и собаки, но лис, за что ты любишь? Ну, потому что лис. Лис, как не нашли. Собак, кстати, мне не нравится, вообще мне очень милая, и мне очень нравится, и я очень. Играл ты раньше мафию? Нет. О, у нас, кстати, в прошлой игре был один человек, который не играл раньше мафию. Это был, кстати, Максим Волков. Результат вы увидите в эфире, или увидите, или видели уже. Ну что ж, посмотрим, каков будет первый опыт для Алины. Алина, желаю удачи в этом непростом пути. Спасибо.
кстати, небольшое отступление, Алина, Алина, немножечко микрофончик погромче. Погромче немножко, чтобы мы все вас слышали. Ну что ж, а вот без нашего следующего игрока выход мафии вообще бы не состоялся бы, ведь это генеральный директор интернет-канала СЛС, Иннокентий Беляев. Иннокентий, добрый вечер. Шалом вам, здравствуйте. Радиоинженер. Собственно говоря, такой же вопрос задаю, как Рамилю практически. А как вообще, как пришло тебе такое голову, что мысль, что я хочу быть радиоинженером? Так дожил до такой жизни. Сам не знаю, честно, потому что в тот университет, на который я хотел поступать, как я вчера, кстати, подумал над этим, там есть летательные всякие аппараты, есть самолетные специальности, есть программерские специальности, радиоинженерия. К самолету меня как-то не тянет, с программистов у нас пруд-пруди, а вот радиоинженеров... Мало, но я себе не представлял, что уже буквально через несколько часов буду сдавать вот столько, вот 160 страниц, а 4 текста. Буквально замечательный экзамен. Вот меня особенно позабавил твой интересный факт. Пришел на интернет-телевидение благодаря переодеванию Андрея Петухова в бабуську. Да, благодаря относительному... Это сказать, относительному признаку трансвестизма, я туда и пришел на ТВ, я это увидел и заинтересовался. Что да как? Вот, друзья мои. Вот, друзья мои, как попадают люди на интернет телевидение. Играл ли раньше мафию? Ну, как сказать, больше онлайн, если господин Войтович там несколько раз 8, что играл, то в свое время я заслуживался до младшего босса. Это где-то с 7. Не буду врать, 1400 или около 1000 побед. Ну что ж, желаю, чтобы сегодня у тебя была 1001 победа. Окей. Все, спасибо. Вот пока из всех наших игроков меня больше веселит именно Иннокентий своими, можно сказать, смайлами. Ладно, у нас остался единственный игрок, который мы еще не докопались. Это Федор Кусков. Федор, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Федор, ведущий, где, на каком канале, каких программ? Канал Стрим. Вот это вот самый игровой проект, который, про который я вам рассказываю, есть. Я и есть ведущий этого проекта. Какого проекта? Слабое звено на канале Стрим. Друзья мои, запомнят момент. В 2011 году вещал новости на ныне закрытом сервисе ЕТВ. Но я не уже... Ну, к вещанию новостей я не буду придираться. Но он же рассказал, что на ЕТВ, Федор. Скучаешь ли ты по тем давним временам, когда ЕТВ процветало? В принципе, да. Тогда как-то было и удобнее, и как-то упоротее, может быть. Но просто... Может быть, потому что в это время не застал так вот то, что именно делали все наши, я думаю, участники, то, что они там и бомбили в чате, и там писали, там и банили всех. Да, Иннокентий. Итак. Ну, я то это делал только в 2011 году, потом зашел где-то в апреле, увидел то, что... В апреле 2014 года. Увидел, что ЯТВ закрывается. Ну, посмотрел, посокрушался, ну и ладно. И прошло вот это время. Ну что ж, мне кажется, что вот эти вот 2011 год, он такой вот уже далекий, и его не вернуть вообще-то. Нет, надо было сказать, его не вернуть вообще-то. У меня не получается так говорить, как высоко. Федор, играл ты раньше мафию? Конечно, я играл в лагере, не с Рамилей, а за-за. Вот, и часто у нас игр просто не было, потому что кто-нибудь лажал. И каковы твои результаты? Выигрывал, проигрывал? Мафии, ну, честно говоря, не помню, по-моему, в равной степени
И выигрывал, и проигрывал. Ну что ж, Федор, спасибо тебе за, кстати, уже затянувшееся интервью. Да ладно. Ну, с приятным человеком приятно общаться. Ну что ж, господа игроки, мы познакомились со всеми вами. Теперь давайте переместимся в нашу игровую комнату. Уважаемые дамы и господа, я готов увидеть, что самая главная игра всех времен народов мафии началась. Итак, вытягиваем карты. Ильяс. Карту, спасибо. Дальше вытягиваем. Так. Так, Аля нас вытянула. Владимир, тяните карту. Дальше Иннокентий. Анвар. Анвар, вытягивайте карту. Спасибо, Федор. И Рамиль. У нас остался один Рамиль. Рамилюшка. Итак, теперь каждый игрок получил свою судьбу на эту игру. Но мафия поодиночке ничто. Мафиози должны быть вместе, образовать преступную семью. Поэтому, господа игроки, пожалуйста, в игре «Мафия наступает первая ночь». Те игроки, которые получили карту мафиози и дона, просыпайтесь, знакомьтесь и обдумайте жестами и мимикой свои дальнейшие действия. У вас одна минута, кстати. Спасибо за то, что вы обдумали дальнейшие действия. Мафия засыпает. Теперь хочу познакомиться с нашими особыми участниками. Так, у нас просыпается Дон. Итак, Дон, видите ли вы меня? Так, Дон, спасибо. Дон засыпает. Теперь хочу увидеть шерифа. Шериф, просыпайтесь. Шериф, видите ли вы меня? Шериф, спасибо. Итак, шериф засыпает. Наступает утро. Пятеро белых жителей и двое мафии отныне находятся в этой комнате, и у них кардинально противоположные интересы. Чтобы облегчить задачу поиска преступника в начале игры, я сейчас устрою допрос. Отвечайте не кивком головы, я все равно пока вам не давал слова. Итак, Ильяс Визиров, являетесь ли вы мафией? Ильяс. Алина Алиева, может быть, ты являешься мафией? Наш опытный Владимир Шевяков. Может быть, мафия ты? Тот, благодаря чему мафия выходит в эфир. Иннокентий Беляев, может, мафия ты? Анвар Насрединов. Может быть, этот милый, добрый парень является мафией? Нет? Печалька. Федор Кусков. Федя, Федя, может быть, ты мафия? Может быть, у нас мафия является... Рамиль Кайдулин! Ну что ж, уважаемые игроки. Вы все увидели. Теперь делайте выводы. Кто солгал, а кто сказал правду. В бой. Итак, каждому из вас я даю по порядку одну минуту на высказывание своих мыслей. Я начинаю с Ильяза Визирова. Ильяс, прошу. Я думаю, что мафия это... Ильяс, я тебе пока напомню, что... Я тебе пока напомню, что пока на первый день мы не выставляем игроков на колоссай, но уже можешь выдвигать свои предположения. Ну, я предполагаю, что это либо... Ой, я предполагаю, что это Иннокентий Беляев и Рамиль Кайдулин. Вот так вот. Это все? Можешь еще объяснить, почему именно, да. По каким признакам? Ну хорошо, все так, все. Илья, спасибо. Ильяс? Хотя, если так коротко сказать, что заключается Илья, хотя на самом деле он Ильяс. Алина Алиева, слово следующее предоставляется тебе. Ну... Ну, не знаю.
появляется мальчик, даже не. То есть пока тебе еще трудно определиться с выбором. Это только начало игры. Ну да. Ну что ж, последи, пока последи. Спасибо. Это все? Да. Спасибо. Слово, как оказалось, самому опытному игроку игры, Владимиру Шевякову. Владимир, прошу. Либо Иннокентий, либо Ильяс. Больше сказать нечего. Это все? Спасибо. Кеша, как ты уже видел, тебя уже начали подозревать. Может, что-нибудь скажешь в свое оправдание, ибо у тебя есть минута. Господи, я такая мафиозница, прям ужас. Ну чё, насчет своих подозрений, прям даже не знаю кого. Вот только вот... Пока не могу никого отметить, все такие чистые, свежие ангелы. Ну, такие... Только Федя такой сидит весь и закрывается, и ржёт. Было дело, было дело. Поэтому посмотрим за его поведение. Это все? Все, спасибо. Я готов поспорить, что эта игра будет самая эпическая за всю историю. Хотя это только третья игра. Честно, все время нас веселит. Но пока Кеша нас веселит, свои предположения высказывает Анвар Насреддинов. Ну, я подозреваю, пока что только Иннокентия Беляева. Все начали обвинять Иннокентия. Ну что ж, это все? Ну, пока все. Больше мне сказать нечего. Что ж, спасибо. Кеша, радуйся тому, что хотя бы на первый день никого не заставляют на голосование. Слово Федору Кускову. Да-да. Слышно, да? Да. Ну, в общем, я кидаю ответку Кеше Беляеву. С любовью, Кешенька. И тебе туда же. И Анвару Насреддинову. Это все, Федор? Это все, Федор? Подождите. У тебя, кстати, еще 25 секунд. Можешь, выйти на воздух. Брависсимо! Теперь это точно все? 7 секунд да. Осталось. Спасибо. Прости. Рамиль, вы куда ушли? Вы только что только вы не говорили, вам слово. Мы вас не слышим. Включите микрофон, я дал слово, кстати. Где момент такой? Момент, проверьте, может быть, на настройках. Может быть, не тот микрофон поставили. Ну, естественно, в компьютере. Ну или на сайте. Можешь пока подождать, я до 10 секунд у него осталось. Это будет самая эпичная речь из всех, которую мы когда-либо слышали. Эпично, потому что его вообще не слышно. Так. Еще раз повторяю, Рамиль, скажите что-нибудь. Все равно не слышим. Рамиль, пока до вас следующего не дойдет очередь, а надеюсь, что до вас дойдет, исправьте, пожалуйста, проблему с микрофоном. Или нет? У вас еще будет время, спасибо. Ну что ж, а теперь начинается самое интересное, уважаемые игроки, наступает. Федор, успокойтесь, ржать.
сейчас вы будете ложиться спать, потому что у нас сейчас наступает ночь. Внимание! Если вы хотите сами вычислить мафию, то закрывайте глаза на время ночи. Итак, и у нас высыпается мафия. Мафия, как только будет номер вашей жертвы, стреляйте. Так, стрельба начинается. Что ж, мафия, спасибо. Просыпается Дон. Итак, Дон, какого номера вы хотите проверить? Покажите мне, пожалуйста, номер. Наличие того, является ли он шерифом. Дон засыпает. Просыпается шериф. Шериф, кого вы хотите проверить? Покажите мне на пальце номер игрока, которого вы хотите проверить. Спасибо, шериф. Шериф засыпает. Наступает утро. Я не знаю, синдром ли это, но мафия промахнулась. Причем не то, что она не промахнулась. Я вам больше скажу. Она вообще не стреляла. Уважаемая мафия, в следующий раз, пожалуйста, стреляйте в жертву. Спасибо. Ну что ж, а теперь, начиная с этого дня, мы выставляем кандидатуры на голосование. Начинаем с игрока номер 2, а именно с Алины Алиевой. Что? Кого вы будете выставлять на голосование?